Талем да стар. Бул каштанов. Минын каштанов реакшн арна махош кельдиниздер. И сегодня у нас будет реакция на видео под названием «Новая подборка вайнов Секи. Большой человек и многие другие вайны». Ребята уже очень давно просили посмотреть Секу. Ребята, выполняя вашу просьбу, давайте вместе посмотрим, надеюсь, посмеемся. Ссылка на социальные сети и на Бусти в описании. Переходите, подписывайтесь, а мы приступаем. Кетка. Эй, соседи, как дела? Здорово! Здорово. Отлично, что сидим? Алло, стендера капнули, да, бабки? 15 миллионов скинули на карточку. Да, погулять надо. Ага. Сека, Сека. Алло, да-да, разработка мобильного приложения, $163 000. Да-да, на карточку отправлять, все-все, ага. Пойду донер поем, да? Алло, Нурик, копилку не трогал? Не трогай, пусть копится. Ага, чай поставь, сейчас иду. Нормально. И вот, короче, дом строю, видишь? А, вон тут, ну, ты, да, строишь? Да. Это же Сека же, смотри. Эй, Сека! Как дела? На рейнджике. Салам, пацаны, чё, как дела? А? Чё ты, откуда такой? Да я же спортом профессиональным сейчас занимаюсь, видишь же? Вот бокс профессиональный, теннис, бейсбол, видишь? Да. И все одновременно, да? Я на турниру готовлюсь. Вот это что такое? Это протеин, качаюсь же сейчас, видишь? Жестко качаюсь, прям бодибилдером. Дури, вагон. Эй, чёрт, чё стоишь? Давай, почти весь. Чёрт. Э? Ты чё? Чёрт, что ли? Не чёрт я. А? Чёрт же ты. И сам чёрт я. Ты же просто вещи таскаешь. Эй, не таскаю я, сам чёрт я. Сека, чёрт. Эй, сами чёрти. Правда жизни, да? Кто больше всех понтуется, на поверку оказывается... Чё, новую тачку купил, да? Пустозвоном. Ты думаешь, крутая тачка, крутые шмотки, коттедж, вот это все делает тебя счастливым? Это не делает тебя счастливым. Задумайся об этом. Давай, что ли? Братишка! Узнаешь, что я такой? Да? Я большой человек, я тебе не халям-балям, оттуда пришел я тебе. Слушай, такая есть схема, короче, быстро замутим, я тебе сейчас на диагностику 7 миллионов, 5 тысяч тенге перекину, 5 тысяч себе забирай, а 7 миллионов откат сделаешь. Не, мы так не можем, у нас диагностика машин бесплатная. А, бесплатно, что ли? Тогда давай я тебе 7 миллионов с копейками выделю, масло мне зальешь быстренько, возьмешь копейки, а 7 миллионов не откатишь обратно. Так тоже не можем, у нас если техжидкость берешь, замена бесплатная. А, бесплатно? Что у вас все, бесплатно, что ли? Алло, Федя, что там, в компании бабки выделили? На диагностику тачек. На все, что ли? Все, на мой счет 32 миллиона перекидывай и все тачки гони в фит-сервис. Все, я здесь договорился. Давай, реклама, быстренько. Интеграшка. Короче, братишка, там мне сделай тоже, видишь, диагностику. 5 диагностик сделай и все, что у вас там бесплатно, по 5 раз, ладно? Хорошо. Ну, вроде ничего, ребят. Вроде ничего. Во сколько у нас стрелы? 6. 6? Уже 7, да? Еще подождем. Точно здесь, да, стрелы? Точно здесь, да, стрелы. 5000 метров над уровнем моря. Да, да, да. 500 километров от города. Да, да, все правильно. Здесь, да, посредине гор прям. Да, да, прям здесь. Кто назначал? Кто забивал? Я общался с ними. Я общался. А с кем у нас стрелы? С пранкерами. Пранкеры, говоришь? Да, да. Чё звал? Короче, Сека, я же вот машину продаю же свою. Ну? И сейчас покупатель придет. Он по-любому цену начнет ломать. Ага. Давай ты тоже, типа, покупатель, чтобы он сильно цену не ломал, хорошо? А, все, понял. Да, давай, вот, давай, кстати, давай, он идет, да, вот он. А, без проблем. Брат, я подумал, вот максимум 6 лямов я тебе даю. 6 лямов? Машину, да. Ну, смотрите, у меня сейчас уже вот второй покупатель как бы появился, вот он. Давайте схему, послушаем, да? Петрожопские. Я 5500 даю. Ты дурак.
видишь, мне человек 6 предлагает, это больше, чем 5. Может, больше хотите предложить, нет? Мне 5500. Может, больше хотите предложить вы? Нет, 5500 только дам. На повышение должен идти, ты понимаешь? Я вообще набитый. Набитый. Вот это вообще, ребят, вот это было хорошо, вот это нормально. Вы не верите, сколько знакомых, сколько подруг. Пацаны, Сека, ты же мне должен это, мне срочно деньги нужны, можешь мне вернуть их? Брат, смотри, что я умею. Блин, пластично, пластично. И ушел, да? Блин, все равно классно танцует, да? Кстати, ты же мне тоже деньги должен, верни мне их, надо срочно. Смотри, что я умею, брат. Мне пофиг, как ты умеешь. Бабки верни мне. Нурик, надо уметь танцевать. Федя! Федя! Че, как работается? Хорошо работается? Да, классно. Ты вот ничего не слышал? У нас тут окна пропадают, а? Не знаешь ничего про это? Окна пропадают? Ну, да. А кто это сделал, да? Что ты на него показываешь, он вчера такой устроился. У меня вот вопросы к тебе, Федя. А. Вот это вот чей дом? А? Федя. Вот из окон. Это мой дом. Дом из окон. Да. Да? А вот этот вот, вот тоже из окон такой дом, это чей дом? Это сестры моей. Да? Хороший дом, да? Да, тепло не выпускает, а холод не пропускает. Вообще классно. Классные да? окна. А вот этот вот дом, посмотри, вот большой такой дом, наверное, маме, да, наверное, построил такой, из окон большой дом. Ну да, это же маме же. Да? Ты что, охренел? Ты что, окна воруешь, а? Угу. Быстро все на место поставил, блин. Никто не ворует, я не могу поставить, я уж дома построил. Ты охренел, что ли? Быстро верни обратно окна на место. Вопрос к службе безопасности. Ты что такой радостный? Рассказывай, колись давай. Что случилось? Да, брат, я хочу Айнуре предложение сделать. Айнуре наш из третьего подъезда, она же проститутка. Ты откуда знаешь? Никуня сказал. А ну-ка, стяни этого курица. А не сам ли знаешь, а? Ты же говорил, что она проститутка, скажи ему. Я не говорил, что она проститутка, я сказал, что она сучка. А ты откуда знаешь, что она сучка? Мне Даник сказал. А ну-ка, стяни сюда этого Даника. Ты же сказал, что она сучка, скажи ему об этом. Я не говорил, что она сучка, я сказал, что она 2 часа ночи с подъезда вышла. Сам видел. Нет, я так сказал. Тяни этого Адика сюда. Я не говорил, что это она выходила. Просто с ее подъезда кто-то вышел. Вот они слухи, да? Надо уши помыть, ладно? Вот они слухи, как работают. И за языком следите обязательно. Кто-то вышел из подъезда, оказывается, проститутка уже, да? Что я предлагаю? Я предлагаю выбрать из народа людей, которые откроют организацию проверяющих вот этих же. Есть люди, которые тендер выигрывают, там дороги строят некачественные, там тротуары, мратуары, чтобы их проверяли, чтобы они работали благородно и честно. Ну, они же могут взятки давать этим же. Вот, я это тоже обдумал хорошо. Чтобы они не брали взятку, мы создаем другую организацию, которая будет проверять эту организацию, которая проверяет тендерщиков и вот этих всех, которые работают. Ну, эти тоже могут тем взятку давать. Вот-вот, я об этом тоже подумал, чтобы так не было. Ну, так и эти же будут взятки брать. Так вот, главная идея в чем? Мы создадим еще организацию, которая будет вот эту организацию проверять, которая будет вот эту организацию проверять, и эта организация вот эту будет проверять. Ты знаешь, все будут заняты, все будут друг друга проверять, все будут работать будет, и да? зарабатывать. Как классно я придумал, да? А на чем они будут зарабатывать? Сколько надо что-то достичь? Производить и продавать. Ну, брат, посмотри, как меня постригли. А? О, классно постригли. Да? Да. Классно. Да. Брат, закинь за меня, я тебе сейчас на карточку перекину. Сразу. Все, все, хорошо. Ага. Его тоже добавь. Сека, а что, на карту когда закинешь? Да сейчас доедем, я тебе закину, что ты сразу? Сека, что это, на карту закинешь, да мне? Да, 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 ребята. Дай допить, закину, что ты сразу? Да, да, да. Сека, что, когда переведешь мне на карту? Сейчас доиграю, переведу же, чё ты? Чё ты там пару тысяч тенге уж? Сека! Чё, когда на карту закинешь мне? Какую карту? Деньги! Вот пошёл в жопу. Сам пошёл в жопу, старый пердун. Не понял. О, салам алейкум, пацаны. Чё, хватит? Нормально, как дела? Салам. Чё,
Поругались, что ли? Нет, не ругались. Да он гнида просто. Да сам он, нет, передай ему, что он сам гнида. Передай ему, что он скотина. Да, у него ноги воняют. Передай ему, что вообще мне не звонил. Он крыса, он ворует, ты же с холодильника. Передай ему, что он... Передай ему. Эй, передаст-то, да? Успокойтесь, ладно, я сами, короче, разбирайтесь, я пошел. Не, передай ему, что он говно воняет. Он мой передавала. Ребят, ну что, нормально подборочка оказалась, прямо поначалу даже прям посмеялся до слез, вообще очень круто, ребят. Здесь мне еще попадались подборки аж на целых 20 минут. Я думаю, если будет запрос от вас, от зрителей, то обязательно посмотрим и другую подборку. Да их вообще, наверное, много, да, этих подборок, скорее всего, я подозреваю. Поэтому, ребята, пишите в комментариях ваше мнение, что вы думаете по поводу моей реакции. Нажимайте кнопку «Мне нравится», подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Все, давайте, всем пока, удачи, до встречи.